друзья! Сегодняшний концерт посвящен уникальному имени в истории музыки. И это единственный, пожалуй, автор, авторитет которого непререкаем. Мы для вас сегодня собрались достаточно разными составами. И все те, кто будут сегодня на сцене, это мои замечательные друзья. И я с вами буду сегодня весь день в роли и ведущей концерта, и рассказчика, пояснителя, да, и музыканта на сцене. Открывает концерт для клавира Иоганна Себастьяна Баха, концерт ми мажор номер 2, в аранжировке он прозвучит нашего замечательного дирижера Руслана Германовича Конеева, который сделал интересный вариант для нас, для клавира соло, то есть для аккордеон соло, да, и для аккордеонного оркестра Ж. Но мы, понимая, что однотембровость нам грозит потонуть всем в одном общем звуковом потоке, мы все-таки взяли и достали таланты наших студентов, так сказать, в этом концерте для вас проявить. Даже, на сцене сейчас будет весь мой класс, нас 12 человек, и двое из них, это Александр Звягинцев и Игорь Рыбин, они сидят в народных оркестрах на контрабасах, и поэтому вот у нас появилось два контрабаса в этом составе, аккордеон, и также у нас появился клавесин-гуслин. Вот услышите, как удивительно звучит, оказывается, тембр гуслей, когда он вливается в барочную партитуру. И эта студентка первого курса училища, совсем маленькая еще, но уже очень опытная артистка, Мария Стаха. И так, концерт ми мажор. Мне кажется, это такое весеннее настроение. Может быть, сейчас немного пасмурно, но мы будем думать о солнце. На сцене класс доцента Власова Марии Владимировны, ансамбль аккордеонистов. Пожалуйста.
Номер. Наш концерт, я расскажу немножко, наш концерт
впрочем, как диалог с Иоганном Себастьяном Бахом. И каждое сочинение, звучащее в концерте, имеет в концерте же ответ от композитора, живущего или жившего гораздо позже гения. И вот сейчас прозвучит мировая премьера, специально для нас, для нашего ансамбля созданная. Молодым, но уже очень любимым нами автором, который студент третьего курса училища небесных, и также наш один из артистов сегодня на сцене, это Александр Некрасов. Он написал своего рода ответ на вот этот вот мимажорный концерт, радостный, полный жизни, полный весны. Я говорю Себастьяну Баху, но как мы знаем, что Бах признанный мастер полифонии, вот я попросила Сашу подумать, например, того, какая могла быть, ну, русская полифоническая традиция, как вы все знаете, она тоже достаточно обширна, да, я не скажу, что это Чайковский здесь главный, но главный, пожалуй, Танеев, но Чайковский для всех нас, конечно, имя номер один в русской музыке. Итак, Александр взял за основу тему романса, как ни странно это звучит, был у Христа Младенец и Сад, это не совсем романс, хоть и он так и называется, а тема как раз просится, чтобы стать темой фуги. И написал для нас всех, для 12 аккордеонов, нас всех 12 в классе, написал фугату пассионе на тему Петра Ильича Чайковского у Христа Младенца Сад. Итак, вы сейчас это услышите. Мы все солисты. Аккордеон 12-й Александр Некрасов, он же автор. Аккордеон 11-й Максим Кузнецов. Далее Роман Малявкин. Александр Звягинцев. Дарья Сахарова. Алексей Лаганов. Ирина Карпова, Алиса Родина, Юлия Попкова, Игорь Рыбин, Илона Савина и ваша покорная слуга. Thank you.
две прелюдии и фуги Иоганна Себастьяна Баха, до мажор и до минор, из первого тома хорошо тимбрированного клавира. Thank you.
Цветы яблони, цветы зла, либо цветы БАЦХ. Анаграмма, как вы догадываетесь, там тоже присутствует. Она есть в прямом виде, она зашифрована. Надо сказать, что сочинение достаточно объемное, и есть версия его, вернее, оно сразу писалось в двух вариантах, для кларнета с оркестром и для аккордеона соло. И это такая, знаете, поэма, развернутая в пяти частях, две из которых служат интермедиями, и вот три достаточно развернутые части внутри. Ну, кроме того, что отсылок, да, тех, которые я вам сказала, они лежат на поверхности, надо сказать, что Флорес Малум, Малум — это и цветы яблони, и цветы зла. Вот, цветы зла — это стихотворный цикл Шарля Бодлера. И вот три эпизода этого цикла послужили основой для этих трех частей, которые вы услышите внутри. Это вознесение, музыка и романтический закат солнца. И скажу вам напоследок свое отношение к этому сочинению. Для меня, знаете, в нем Бах предстает в каких-то невообразимо прекрасных, пестрых, восточных одеждах. Thank you.
необычный ответ Иоганну Себастьяну Баху. И опять-таки музыку вы в концерте уже слышали, на которую этот ответ написан. Пауль Хиндемит создал, как кажется, такую многосоставную, очень пышную шутку на тему знаменитой фуги Иоганна Себастьяна Баха. И шутка эта написана для Большого симфонического оркестра и звучит всего 4 минуты. Называется «Хорошо темперированный рэгтайм». И я приглашаю на эту сцену моего замечательного друга, лауреата всероссийских международных конкурсов, преподавателя Российской академии музыки имени Мнисиных Святослава Липса.
финал нашего концерта – это ответ на его начало. Мы с ребятами необычным составом сыграли для вас ми-мажорный концерт для клавира соло. А в финале прозвучит двойной концерт для двух клавиров с оркестром, до-мажор и также в необычном составе. Я думаю, такого еще никто не пробовал делать, но мы рискнули, потому что у нас, опять же, есть замечательные друзья и коллеги, готовые на разные творческие эксперименты. И вот Руслан Ирфанович Камиев вдохновился идеей аутентичного прочтения Иоганна Себастьяна, его партитуры. И, наверное, мы подумали, что чтобы тембры солистов включались, излишне будут баяны в составе народного оркестра. А так вы слышали уже, как здорово звучат гусли, как клавесин, да, и вот аутентичное звучание, теплое струнных инструментов с солистами тоже нам очень понравится. Спасибо Руслану Германовичу за переложение. И надо сказать, что у Иоганна Себастьяна Баха много клавирных концертов, да, много двойных, ну как, три двойных, два тройных, один четверной концерт. И, в общем-то, из вот этих всех вышеперечисленных концертов, они все являются уже переложениями. То есть оригинальной музыки для клавира у Баха не так уж и много, для клавира с оркестром. А вот до-мажорный концерт как раз это тот уникальный случай, когда концерт существует в единственном варианте для двух клавиров с оркестром до-мажор. Он, кстати говоря, может исполняться и без оркестра соло, потому что солисты здесь играют все время. А оркестр лишь усиливает тутийные и кульминационные моменты. Итак, за роялем мой прекрасный друг и коллега Святослав Липс. На сцене концертный оркестр Академии. Thank you.
Thank you.
Дорогие друзья, большое спасибо за то тепло, которое вы нам сегодня подарили. Мы были счастливы играть для вас. Спасибо большое.